национализации предприятий в так называемых ДНР и ЛНР могут быть причастны беглые украинские олигархи. Об этом сегодня в Черкассах заявил глава СБУ, где вручал ордера на квартиры участникам АТО. По словам Василия Грицака, сейчас идет жесткая борьба между боевиками за контроль над заводами. У службы безопасности есть информация, что к этому причастен и беглый молодой олигарх времен Януковича Сергей Курченко. Василий Грицак также сообщил, что обнародованные телефонные разговоры помощников нардепов, которые обсуждали оплату за проведение пророссийских акций, это всего лишь небольшая часть материала, которым располагает СБУ. В нас продолжается работа по документированию причастности осіб с числа помощников народных депутатов до проявов, ну, мягко скажу, сепаратистского характера. Я не могу напрямую деякі речі оголосити, але, повірте, ми розуміємо, хто плакальщиці і звідки вони прийшли, за чим проханням.